сейчас вам все расскажу, что произошло. Приехала я на Южный купить мясо, поджарить, чтоб я шашлык сделал. Шашлык. Вы мясо жарите? Тут один хуеплет ко мне доебался. И садит, и там то ему пиво, то хуй ему на воротник. Но он постоянно там колымит. И говорит: «Королевна, у меня есть спирт?» Я говорю: «У меня тоже есть». У меня, говорит, целый литр спирта. А у тебя сколько? У меня 200 грамм. Ну и в рот тебя, и пойдем ко мне. А как пожар-то начался? Пожар? Пожар так. Он начал у меня просить: «Дай». А я сказала: «Не дам, не отдашь». Я говорю: «Нихуя не дам, а почему нет?» Я говорю: «Потому что ты мне не котируешься. Я даю, кому я хочу, блядь. Но если ты мне никто, блядь, ты мне нахуй не упал. Ах ты, сука, ебаный в рот, я тебя замочу и тебя убью». Ну, не дает королевна. Я говорю: «В рот тебе, ебать». Я говорю: у меня другие спонсоры есть. Я знаю, кому дать, кому нахуй послать. А как пожар-то начался, еще раз? Так он поджег, вот этот хуй, и поджег меня. Ну, раз ебать не дала, значит, давай другое. Он взял меня и поджег. А почему вы не пресекли пожар? А потому что я бы дома не было, как уже пожар начался, я уже появился на свет, прикидываешь. Я уже тут как тут и прикинула, что надо, к чему, и что... А я говорю: «Нахуй, нахуй, мира таким разом, слушай, так я не переживаю за этот общак, он мне нахуй не упал, у меня на пятой площадке квартира, когда ты же, блядь, да я ебал, именины, и...»